Всем привет! И мы пришли на дачу, и с нами здороваются уточки. Они даже не пугаются. Вон Кира тут бегает, Сережа пришел. Привет, Сереж. А уточки даже не боятся. Вон тут ходят. Тут плавает. Там селезень. Сейчас Сережа будет кормить хлебушком. Да, мы это тоже. Вы маленькими кусочками кидаете. А можно туда? Можно. Вот там еще утка. Вот она тут, смотри-ка. Ты поближе, и она поближе подплывет. Там еще утята. Вот эти? А вот этой-то уточки. Эту-то уточку покормить. Я там буду. Поменьше кусочки-то. Если даже работать не будем сегодня, хотя бы уточек покормим. Тоже сделаем дело хорошее. Что на улице очень холодно. Мама, дай мне еще. Ой, если. Ну, какие они прикормленные. Да какие хорошие-то. Он прямо в метре от меня сидит. Стоит, точнее. Очарование, а не уточка. Утя-утя-утя-утенька. Но ближе не подходит, боится. Утя-утя-утя. Утя-утя-утя. Уже-то все равно хочется, подходит. Да, утенька? Да, уточка-то. Это хорошая. Какая же она красивая. Дети вот здесь кормят уточек. Отойди, Кира, подальше от берега. Начали кучу разбирать. А тут вон утки пришли. И вот еще мама. Посмотреть вот на эту кучу мусора. Вот, смотрите, целая толпа сейчас придет утром. Что нам сделать? Загонять, что ли? Нет, просто пусть ходят, да? Да, это наши друзья теперь. Они же тоже здесь живут. Вот эту вот кучу все нужно разобрать. Мы начали разбирать эту кучу. И вот столько уже мусора собрали. Это вот 1, 2, 3, 4 пакета. 5 пакетов. Это я понесла еще. 5 пакетов. Здесь еще целлофан в пакеты это не убирала. И мы только чуть-чуть здесь подразгребли. В общем, это очень и очень печально.